Ну и вот шокирующее признание от педофила из Петербурга. Он насиловал приемных сыновей. Боже, это даже представить невозможно. Сегодня он дал показания, в которых подтвердил, что много раз вступал в интимную связь с детьми. Бизнесмена Георгия Томашевича задержали месяц назад после того, как один из шестерых мальчиков рассказал, что подвергся насилию. Ребенок попал в дом к бизнесмену в возрасте 8 лет, он был самым младшим. И тогда следователи выяснили подробности произошедшего, завели еще 5 уголовных дел. Предприниматель жил в Ленинградской области в трехэтажном особняке. Воспитывать приемных сыновей ему помогала няня.